Итак, к городским новостям. Теплоснабжение всегда было, есть и остается ключевой услугой для жителей города. И главный поставщик тепла – Волгодонска. Компания «Лукойл Ростовэнерго» лишний раз это подчеркнула. С 12 мая она единолично, в одностороннем порядке, повысила тариф на свои услуги задним числом. В минувший понедельник мэр Виктор Фирсов направил заявление о проверке законности такого решения организации в прокуратуру Волгодонска. Стражи закона уже готовы объявить первые результаты своей работы. Изменение тарифов компании «Лукойл» прокомментировала заместитель прокурора города Ольга Лесная. Мы считаем, что не имели права управляющие организации соответственно, энергоснабжающая организация заниматься выставлением счетов извещений, в которых бы были указаны вот эти суммы перерасчета. Мы в настоящее время готовим обращение в суд в интересах неопределенного круга лиц, жителей города Волгодонска, и будем настаивать на том, что действия управляющих организаций, энергоснабжающей организации должны быть признаны незаконными.